первая вариация Сванильды в капелле – это ее первое появление, когда зрители только видят ее и только начинают понимать, кто она. Сванильда – обычная девушка, живущая в небольшом городке. Скоро у нее намечается свадьба с Францем. Но эту безоблачную идиллию омрачает то, что Франц начинает обращать излишнее внимание на дочку Капелиуса, которая живет в соседнем доме. То есть это Сванильда и Франц думают, что это девушка, сидящая и читающая книгу, дочь Капелиуса. Сванильда выходит и пытается поговорить с ней, но Капелия не отвечает. И в этот момент Сванильда решает, что она сделает все для того, чтобы Франц не обращал на нее внимания и, соответственно, остался верен ей. Когда Сванильда находит колосок, в этот момент Сванильда хочет поделиться с Францем своей мечтательностью, своим романтичным настроением и хочет показать ему, что простой колосок, он может звучать, он может петь, в нем есть музыка. Франц, в свою очередь, совершенно не признает этого и говорит, что почему ты слышишь того, чего нет, это всего лишь колосок. И во время адажио Сванильда изо всех сил пытается настроить Франца на такой романтичный лад, пытается поделиться с ним своими мечтами, а он совершенно не разделяет ее настроение. Наверное, самый романтичный момент в первом акте «Капеллии».